Всем привет, с вами Дмитрий. Сегодня по просьбе подписчиков я разобрал данный извещатель. И ничего здесь такого сверхординарного нету. По сути, здесь инфракрасный светодиод и фотодиод, запаяны они на плату. Это специальная такая, такой лабиринт, пьезокерамический излучатель. Скорее всего, здесь просто мультивибратор и триггер собраны, не более того. Дополнительные ламели для подключения батарей или батареи. Так, с другой стороны, что у нас интересного? Ну, вообще никаких контроллеров, ничего нету. Скорее всего, это мультивибратор с триггером. Триггер срабатывает по срабатыванию светодиода инфракрасного. А мультивибратор уже подает сигнал на пьезокерамический излучатель. Только он почему-то направлен вниз. Думаю, и лучше его направить вверх. Потому что он, ну, вот так вот будет закреплен вертикально. Так, ну такой вот лабиринт. Думаю, ничего такого интересного здесь нету. Модель очень простая, дешевая. Марка модели. Кому интересно. Так, ну и в принципе все. Батарейный отсек на две батарейки пальчиковых. Ничего такого сверхъестественного здесь нету. Всем спасибо. Всем пока.